В таких случаях тоже, как бы, ну, там, ваша музыка, там, понятное дело, это 3-10 и так далее. Ну, то есть, это все обыденно. Нет, так что... я просто по роду деятельности, понимаешь, я считаю, ну, неприлично разговаривать с людьми, если я, как бы, не знаю, кто они там и что они играют. Я даже «Сектор газа» слушала. Ты представляешь, меня слушающую музыку. Это не может Нет, быть, это не Нина, может быть. Это не может. Это ужасно. Это то же самое, если вот ты мне сейчас скажешь, я Филиппа Киркорова не знаю. Но ты же слушаешь Филиппа Киркорова? Ну как, ты телевизор дома включаешь? А, есть один маленький нюанс. Слушать и слышать. Да, слышать непроизвольно. То есть вот он звучит отовсюду, и вот ты его слышишь. Ну вот ты понимаешь, да, вот «Сектор газа» у меня звучит как бы в машине. Вот я его слышу, понимаешь? Нет, абсолютно, это, конечно, не Филипп Киркоров. Но бывают какие-то вещи, когда, ну, по тексту просто, ну, не согласны, и все тут. Бывает, бывает. Но все-таки чаще-то мы слушаем Филиппа Киркорова, нежели «Сектор газа». Конечно, конечно, я это понимаю. Нет, ну вообще, вот возможно, вот вообще считается, что антагонист.